секрет, что журналисты, правозащитники, юристы, дети шоу-бизнеса ведут не очень здоровый образ жизни. Потому что мы бежим все время куда-то, мы все время где-то там снимаемся, влипаем в какие-то истории, вылезаем из них публично, влипаем в них снова. И, откровенно говоря, я, например, не веду здоровый образ жизни вообще. Я ненавижу спорт, я люблю выпить вина, и я все время в стрессе. Поэтому для меня это какое-то спасение. Вот ты приезжаешь сюда, сдаешься на поруки, аки просто малый ребенок. И тебе говорят так, ну вот здесь нужно подлатать, здесь надо починить, здесь нужно почистить. И тебе очень психологически комфортно, потому что ты на это время снимаешь с себя всякую ответственность, к которой ты привык. И во-вторых, ты действительно, доверяя людям, начинаешь чувствовать результат. Вот слоган «Кивачек нам едут за результатом», он соответствует месту на 100%. Я в первые дни увидела результаты и на весах, и по самочувствию узнала, оказывается, сколько в нас копится всякого вредного всего и токсичного, что действительно с этим надо что-то делать, и это невозможно делать, например, в моем графике ежедневно. Поэтому я 100% сюда приеду еще раз. Клиника «Кивач». К нам едут за результатом.